Ставка на Нижний Новгород, один из крупнейших банков России, открыл в столице Приволжья свой центр дистанционной поддержки региональной сети. Так называемый «Западный хаб» позволит финансовому учреждению обеспечить высокий уровень операционных и бизнес-процессов на территории всей центральной части России, а также Урала. В Нижнем Новгороде банковский узел запущен наряду с уже работающим в Красноярске, который охватывает всю Сибирь и Дальний Восток. Наш областной центр, по сути, стал некой базовой точкой для оперативной работы крупнейшего банка страны. Кстати, центр дистанционной поддержки региональной сети позволит открыть около 1000 новых рабочих мест. Ставку на взаимовыгодное партнерство с банком уже делают и в руководстве города. Для города это очень выгодно. Это выгодно для среднего и малого бизнеса. Это кредитование нашего банка, наших муниципальных предприятий. Я думаю, что впереди у нас будет совместная работа. И скажу, что в преддверии подготовки к чемпионату мира, подготовки к 700-летию нашего города, нам нужны финансовые вливания. Я рад, что сегодня такой стратегический крупный партнер находится в Нижнем Новгороде. Кстати, Нижний Новгород для размещения банковского узла выбран не случайно. По мнению руководства крупнейшего финансового учреждения страны, наш город на сегодня имеет весь необходимый потенциал, а также весьма привлекательный инвестиционный климат. Развитие бизнеса идет поступательно, и в рамках развития наших процессов внутренних организаций работы банка мы приняли решение часть функционала централизовать в одном из крупных городов европейской части России, выводя эти функции из других малых городов и из Москвы в том числе. И после, на самом деле, недолгого выбора, потому что, как я уже говорил, Нижний Новгород сочетает в себе очень много преимуществ, и высшие школы, развитая промышленность, квалифицированный персонал, мы приняли решение вот здесь открыть свой региональный центр поддержки, так называемый хаб. К слову, на сегодня крупнейший банк России имеет в регионе 6 отделений, в которых обслуживается свыше 30 тысяч нижегородцев. Всего же по стране услугами финансового учреждения пользуются более 1,5 миллиона клиентов.